Антонина Дедковская – человек непростой судьбы, имеет медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Заступила на пост в 12 лет. С винтовкой в руках охраняла от врага мост на Власихе. В канун Нового года Антонина Ефимовна принимает поздравления от активистов местного отделения партии «Единая Россия». Мы сегодня в гостях у замечательного человека. Антонина Ефимовна, ей 92 года. Всю жизнь она прожила на территории нашего округа. Ветеран. И заслуженный человек. Антонина Ефимовна всю жизнь живет на территории Одинцовского округа, работала бухгалтером. С юных лет и до сих пор сохраняет активную жизненную позицию. В свои 90 с небольшим она остается неутомимой оптимисткой и является старшей по подъезду в своем доме. Не унывать, быть всегда жизнерадостными, всегда смотреть вперед. Встал утречком в окно, посмотрел, светится солнышко, хорошо, дождь пошел приятно, снежок посыпал, тоже неплохо. Вот с этим надо жить. В гости к Антонине Ефимовне пришел и главный волшебник Нового года Дед Мороз. Принес праздничные подарки и нарядную елку. К нему присоединились сотрудники культурно-досугового центра «Молодежный». И нам хочется, конечно, еще раз в год 75-летия Великой Победы поздравить всех ветеранов, молодежь, жителей, семьи с замечательным праздником. С наступающим Новым годом! Напомним, что поздравительные акции накануне Нового года активисты местного отделения партии «Единая Россия» проводят уже в течение 2 недель. За это время они посетили более 100 семей и одиноких людей пожилого возраста. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».